Если вы ищете бизнес в интернете, вам необходимо это знать. Здравствуйте, с вами Светлана Быкова. Если вы стремитесь к успеху в онлайн-бизнесе, то важно понимать, что наступило время перемен. Мир переживает переход от традиционных моделей продаж к более устойчивым и взаимовыгодным. Успех требует не только инноваций, но и проницательности в выборе моделей бизнеса. Сегодня я хочу поделиться с вами одной из самых важных тенденций, которая определяет будущее онлайн-предпринимательства. Это модель бизнеса по подписке. Подписки – это не просто мода, это тенденция, которая трансформирует способы потребления и предпринимательства в интернете. Это стратегия, которая открывает новые горизонты для развития онлайн-бизнеса. Давайте рассмотрим, почему подписки стали основой успешного бизнеса и как вы можете воспользоваться этой выгодной возможностью. Понятие «бизнес по подписке» стало неотъемлемой частью современной экономики, представляя собой модель, при которой клиенты оплачивают регулярные ежемесячные или ежегодные платежи за доступ к услугам или продуктам. Этот подход, хотя и не нов, в сущности, стал особенно популярен в последние годы. Модель бизнеса по подписке имеет корни, уходящие в прошлое, особенно в таких отраслях, как издательство газет и журналов, клубы почтовых подписок и абонентские услуги кабельного телевидения. А с развитием интернета и технологий онлайн-платежей подписочные услуги стали доступны для широкого круга отраслей. Сейчас они охватывают все – от потокового видео и музыкальных стриминговых сервисов до программного обеспечения, облачных хранилищ данных и даже продуктов питания. Множество компаний перешли к модели бизнеса по подписке по ряду причин. Во-первых, это позволяет им предсказуемо планировать доходы и управлять финансами в более стабильном режиме. Вместо того, чтобы полагаться на одноразовые продажи, компании создают базу постоянных клиентов. Во-вторых, модель подписки способствует глубоким отношениям с клиентами, позволяя компаниям лучше понимать их потребности и предпочтения, что ведет к предоставлению персонализированного опыта и улучшению продуктов или услуг. Во-первых, это удобство. Вместо того, чтобы покупать продукты или услуги каждый раз отдельно, клиенты могут получать доступ к ним за фиксированную ежемесячную или ежегодную плату, что делает процесс покупки более простым и предсказуемым. Во-вторых, это экономия времени и денег, возможность получать доступ к широкому ассортименту товаров или услуг по более выгодной цене. В настоящее время мы наблюдаем активное развитие модели бизнеса по подписке по ряду причин. Все больше компаний осознают преимущества этой модели и стремятся адаптировать свой бизнес под нее. Это создает больше конкуренции на рынке подписочных услуг и способствует инновациям. С постоянным развитием технологий компании могут предоставлять более персонализированные и ценные услуги своим клиентам, что делает модель подписки еще более привлекательной для всех сторон. Подписка – тенденция будущего. Использование актуальных тенденций, таких как бизнес по подписке, является ключевым фактором для успешного ведения бизнеса в интернете. Бизнес по подписке продолжает расширять свое влияние и оставаться востребованным в современной экономике, обеспечивая устойчивость и инновационный рост как для компаний, так и для клиентов. В Amazon 200 миллионов участников, которые платят $14.99 в месяц только за бесплатную доставку. Costco насчитывает 120 миллионов членов и 60% имеют членство в $10 в месяц. В Netflix 230 миллионов участников, которые платят от $9.95 до $19.95 в месяц. Walmart Plus уже 32 миллиона участников, которые платят $13 в месяц, и это только за бесплатную доставку. В YouTube Premium 80 тысяч участников, которые платят $14, чтобы избежать рекламы. Вот пара примеров необычных бизнесов по подписке в США. Общественный туалет. Специальные зеленые ключи дают нью-йоркцам, подписчикам сервиса Louis,
возможность посещать общественные сетевые туалеты. Специальное приложение позволяет увидеть на карте ближайшие рест-румы. Еще один стартап из Нью-Йорка – Business Try the World – ежемесячно присылает своим подписчикам наборы уникальных товаров из разных стран, обладателями которых теперь может стать любой желающий, не обязательно для этого совершать путешествия. В боксе национальные закуски и ингредиенты для традиционной кухни той или иной страны, сувенирная продукция, украшения, косметика. Сегодня с бизнесом сотрудничают 2000 поставщиков, у сервиса более 60 тысяч подписчиков по всему миру. Первым в России стал Яндекс, запустивший подписки в 2018 году. За ним спустя год это сделали Mail.ru, МТС, Сбер и Тинькофф. Сегодня подписки возникли уже в различных направлениях рынка – питание, товары, передвижение, онлайн-сервисы, здоровье, связь, финансы, технологии и образование. Аналитики сходятся во мнении, что тенденция продолжит набирать рост. Прогнозируется увеличение рынка подписок до 88% за два ближайших года. Объем рынка достигнет 39 миллиардов рублей. Это актуально и подтверждается цифрами в России. Например, Яндекс Плюс за три года нарастил аудиторию с 1 миллиона человек до 10 миллионов человек. Тинькофф Про за 8 месяцев собрали 750 тысяч клиентов, а Сберпрайм за такой же срок – 2 миллиона 700 тысяч новых пользователей. Вы сейчас обалдеете, когда узнаете, какой бизнес в Америке уже работает по модели подписки. Автомойки. $20 в месяц и мой сколько хочешь. Авиакомпания, которая продает свои услуги по модели подписки. Годовое членство стоит $600, ежемесячное 150. Плати и летай сколько хочешь. В подтверждение своих слов я оставлю ссылку на сайт компании в описании под видео. Важный момент. Во всех названных компаниях люди платят за то, чтобы получить услуги, но не зарабатывают. Но всего лишь год назад на международный рынок вышла компания нового формата, которая первая в мире использовала гибрид сетевого маркетинга и модели бизнеса по подписке и открыла клубный маркетплейс. Тот же Amazon или Costco, но только с программы вознаграждения. Компания предложила членство для доступа к оздоровительной продукции премиум-класса по ценам почти на 75% ниже рыночной стоимости. И при этом нет никаких обязательных покупок и продаж. Также компания готова делиться своими доходами от подписок взамен распространения информации о ней и ее возможностях. В недалеком будущем компания планирует вводить и другие направления, например, путешествия, обучение, товары для дома и другие товарные группы. Такая клубная система позволяет наполнять свой маркетплейс любыми товарами. Это международная компания, охватывающая более 200 стран мира, работает по принципу клубной системы и минимальных членских взносов. Рекомендуйте компанию другим людям и получайте за это процент от дохода компании. Став участником клуба, вы получаете эксклюзивные цены на премиальную продукцию до 75% ниже, чем у других компаний, без наценок, без обязательных покупок и продаж. Бессрочную клубную карту всего за $40. Оплата один раз. Членство в клубе всего лишь за $9.95 в месяц. 7 видов дохода по партнерской программе. В партнерскую сеть выплачивается до 82% от дохода компании. Возможность пассивного дохода до $2047 в месяц. Возможность создания растущего постоянного дохода, дополнительного дохода к пенсии, наследуемое место в партнерской программе. В общем, все преимущества участия в клубе. Сейчас, когда компания в начале своего становления, самое идеальное время, когда можно занять свое место в клубе, воспользоваться растущим спросом и начать получать стабильный доход. Присоединяйтесь к нам сегодня и не упустите возможность воплотить в жизнь свои финансовые планы. Пока я готовила видео, поступила ошеломляющая информация. В течение месяца откроется окно возможностей от компании. Все, кто осознает потенциал дохода и присоединится сейчас,
в течение 1-2 лет станут обеспеченными или богатыми людьми, в зависимости от их собственных планов. Я намеренно не буду озвучивать сейчас, что такое окно возможностей и как оно будет работать. Дам информацию только тем, кто серьезно заинтересован в доходе от 2000 долларов в месяц. Скажу только, что окно возможностей не будет вечным. 1-2 года и все. Как говорится, шустрики съедают мямликов. И чем раньше вы присоединитесь, тем будет лучше для вас. Те, кто постоянно медлит и долго размышляет, рискуют упустить наиболее благоприятные шансы. В современном быстром мире, где решения принимаются мгновенно, длительное размышление становится препятствием на пути к успеху. Вот что написал один из новых участников клуба в чате. И вот здесь я хочу обратиться к тем, кто еще думает. Чем дольше вы думаете, тем больше вы теряете. Запомните, что любой проект – это автобус. В начале своего пути он еще пустой, и места в нем есть, но потом, сами понимаете. Так что начинайте сейчас, здесь, сию минуту. А вы готовы быстро действовать ради себя и своих близких, чтобы улучшить свою жизнь раз и навсегда? Чтобы узнать больше, подробнее, пишите мне в Telegram. И не забудьте обозначить, по какому поводу обращаетесь. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим видео со своими знакомыми. С вами была Светлана Быкова. Желаю всем успехов!